Благодаря помощи депутатов городского собрания Сочи, дворовые площадки на курорте становятся местом активного отдыха детей. Здесь по летней оздоровительной программе со школьниками занимаются волонтеры, аниматоры и тренеры. Спортивные площадки обновлены, инвентарь покупается детям, организуют за каждым депутатом закреплены площадки, которые требуют там ремонта, где организуются мероприятия, где-то поставлены тренеры. Это все за счет средств депутатов. Народные избранники стараются активно поддерживать спорт, в том числе помогая в организации выезда на соревнования. Подводя промежуточные итоги лета, Геннадий Глазырин отметил, что старту курортного сезона предшествовала большая работа, в частности, по благоустройству. Депутаты организовали и провели сразу несколько крупных субботников. Ну а ежедневная работа депутатской группы Центрального района – это помощь сочинцам в решении малых дел, например, спил аварийных деревьев, решение различных вопросов в сфере ЖКХ и другие. Сейчас много наказов избирателей по ремонту школ и детских садов. А еще депутаты принимают самое активное участие в благоустройстве сквера, который решено открыть на Макаренко в честь 80-летия Краснодарского края. Народные избранники помогут в приобретении саженцев для зеленых посадок, обустройстве водостоков и прогулочных дорожек. Ну а уже сейчас силами депутатов сквер освобождается от мусора.